Тина Кароль регулярно радует многотысячную армию поклонников своими фотографиями с различных мероприятий, а также архивными кадрами. Но вот фото ее семьи найти в сети не так и просто. Если звезда периодически балует появлением в ленте Инстаграма сына Вениамина, то родители певицы, мамы Светланы Андреевны и папы Григория Самуиловича Либерман, она старается оградить от повышенного внимания публики. Похоже, мама с папой Тины и сами не стремятся к популярности, поэтому в интернете крайне сложно найти их фото. Отец Тины – инженер, главный конструктор крупной строительной компании, уже на пенсии. Ну а мать также инженер по профессии, а сейчас работает в украинском пенсионном фонде. Родители Тины отметили уже рубиновую свадьбу, 40-летний юбилей брака. Спасибо родителям Тиночки, что воспитали такую талантливую и нежную певицу, что ее прекрасный голос дарит людям счастье и улыбки. Вы соединили свои судьбы, поклялись в любви и верности. Все годы вы сплоченно шли рука об руку, строя вместе семейный храм любви. Вам есть чем гордиться. У вас есть заботливые дети, подрастают изумительные внуки. И отмечая рубиновую свадьбу, вас по праву можно назвать безупречной парой. Искренне вам желаем, будьте счастливы!